В коридорах краевой клинической чисто и пахнет хлоркой. Волнение объяснимо. И праздник скоро, и гость высокий. Как оценит? Показать стараются лучшее, а гордиться есть чем. И вот мы видим, вот здесь в голове закрыт сосуд, и вот проходимость его восстановлена, а это тромбы, которые удалось из сосуда извлечь. Здесь демонстрируют новые методики кардиологии, как эффективно удаляют патологические образования в сосудах и как возвращают женщинам, которые потеряли надежду, шанс стать матерью. А еще пока новая, но перспективная разработка алтайских урологов – вводить препараты химиотерапии не в весь организм онкобольного, а точечно, только в пораженный орган. Но это пока исследование. А вот уже результат. И успешный. Пересадку сердца делали впервые. Да. Впервые. У нас сейчас в каком году? В феврале. В этом году. 12 февраля. После трансплантации сердца пациент чувствует себя прекрасно и даже откидывал зимой снег, рассказывает сосудистый хирург Дмитрий Ананьев. Это ли не гордость? Раньше такие больные направлялись в Новосибирск, если доживали. Подобных операций в один голос говорят медики, в крае нужно делать больше, и не только на сердце. Есть технологии и, главное, врачи, которые могут пересаживать печень и почки. Потому что эти пациенты у нас, конечно же, есть. Их не массово. Их ни в одном регионе нет массовости. Это просто штучный материал. Но им тоже нужно дать возможность жить. Виктор Томенко впечатлен. Об этом открыто говорит медицинской элите. В зале в честь праздника лучшие врачи ведущих больниц региона. Отмечает, уровень высокий, а решение объединить в свое время крупные медучреждения в одном месте было удачным и эффективным. Планы развития есть практически по каждому направлению. Надо брать деньги и вкладывать в наши учреждения. И возможности есть, и площади есть, и, что очень важно, конечно, есть потребность, которую надо обязательно удовлетворять. Для развития, отмечает, нужно привлекать больше федеральных средств и постепенно решать проблему нехватки кадров и повышения зарплат, которые у бюджетников региона одни из самых низких в Сибири. И этого особенно ждут медики небольших сел края. Туда и планирует отправиться Виктор Томенко в ближайшее время. Евгения Даровская, Павел Лауронин. Наши новости.